В этом году для удобства гостей ярмарки экспозиция Погарского мясокомбината развернулась на двух подворьях. Вареные копченые колбасы, сосиски, разнообразные деликатесы. Прилавки предприятия ломились от изобилия. Снять пробу и приобрести мясную продукцию выстроилась целая очередь. Предприятие уже в третий раз становится участником Свенской ярмарки. Каждый год специалисты мясокомбината стараются чем-то удивить мясных гурманов. Представляем в широком ассортименте вареные колбасы, варено-копченые, также деликатесы варено-копченые. Но в дальнейшем, конечно, мы планируем развиваться и выпускать уже сырокопченые колбасы. Сырокопченые деликатесы. Традиционная технология и рецептура, отменный вкус и приемлемая цена – все это уже позволило Погарскому мясокомбинату завоевать популярность среди мясных гурманов. Продукция предприятия не содержит никаких химических добавок и красителей. Для производства колбасных изделий и полуфабрикатов Погарский мясокомбинат использует исключительно натуральное охлажденное мясо. Отменное качество продукции предприятия остается на высоте уже более полувека. В ближайших планах Погарского мясокомбината – дальнейшее развитие и модернизация технологий, ну и, конечно, расширение ассортимента. Кристина Прицхилава, Александр Егоров, события Брянский район.